Здравствуйте, в эфире интервью KZ. Признаюсь честно, сегодня в канун самого, пожалуй, чудесного и светлого праздника, Международного женского дня 8 марта, мы недолго думали о том, кого же пригласить нам сегодня в студию. Итак, у нас сегодня в студии поистине народный артист, всеми любимый Роза Рымбаева. Здравствуйте, Роза Куановична. В первую очередь, позвольте поздравить вас от своего имени, от имени, пожалуй, сотен тысяч мужчин, да и не только мужчин, которые сейчас смотрят нашу программу, с Международным женским днем. Поистине, это ваш праздник. Позвольте выразить вам восхищение и пожелать вам творческого, жизненного долголетия. Рахмет. Роза Куанышевна, расскажите, пожалуйста, в первую очередь о том концерте, который у нас намечается в Астане. Я знаю, что он в корне отличается от тех традиционных концертов, которые собирали аншлаги по всей республике, от Куктем-Шахрада. Традиция Куктем-Шахрада. Больше 10 лет я ежегодно даю отчетные концерты перед своими зрителями. Это накануне Навруза. Весеннего праздника проходило все время. И, конечно, все время сопровождал эстрадно-симфонический большой оркестр, в котором принимали участие молодые певцы со мной в дуэте. И эти концерты всегда принимались с особой теплотой, потому что таких концертов очень мало у нас, к сожалению, да. Кто поет живым голосом. На этот раз наша программа отличается тем, что все песни посвящены нашим мамам, нашим любимым. И, конечно, в этом концерте принимают участие мои дети вместе с мамой. Они тоже поздравляют наших мам. Вместе с ними принимают участие молодые звезды эстрады, молодые лауреаты телевизионного конкурса «Фабрика звезд». Это самые близкие друзья моего сына. На этом концерте будут сидеть в зале их мамы, в том числе и я на сцене вместе с ними. И, конечно, наши зрители, телезрители. В 5:30 вечера по каналу «Астана» весь Казахстан будет смотреть этот праздничный концерт с участием молодых артистов. И, конечно, новые песни. Песни о мамах, о детях, о мире, о любви. Это необычно с тем, что мы будем петь под рояль, мы будем петь под минус. Не будет большого оркестра, зато будет столько молодых звезд на сцене. И самое главное, живой звук. Живой звук – это закон. Для Рымбаева это норма, потому что я никогда не пою под фонограмму, все мои концерты проходят только живым голосом. Роза Куанышевна, я не могу не спросить, так как вы нечастый гость, к сожалению, в нашей программе, да. Не могу спросить ваше отношение к сейчас современному шоу-бизнесу в Казахстане. На ваш взгляд, есть ли он сейчас? Я думаю, что можно сказать, есть, потому что действительно есть какие-то группировки, какие-то тусовки, где есть свои любимцы, где они приглашают только своих любимцев. Есть просто мир эстрады, мир музыки, в котором все живут, работают, активно работают, действуют, гастролируют. В общем-то, можно сказать, и есть, и нет. Но таких крупных компаний, которые, как вот в Москве, там каких-то шоу-продюсерских компаний, у нас мало, конечно. На ваш взгляд, что можно было бы изменить сегодня вот в этом отношении? Я не могу сказать, чего можно, потому что я в этом направлении особо-то и не утруждаю себя. Я всю жизнь занимаюсь своим творчеством, и это показываю по телевидению, на сценах, и публика сама выбирает своего певца. Захотят Рымбаева услышать, пригласят меня. Не захотят меня, захотят какого-нибудь другого фанерного исполнителя, его пригласят. Хотят с оркестром услышать каких-то джазовых исполнителей. Сейчас, вы знаете, выбор очень большой, и это все зависит, востребованность артиста зависит от того, насколько публика его хочет услышать. Какая публика? От уровня публики зависит востребованность артиста. И, конечно, от интеллекта публики, кто какую музыку хочет услышать. В первую очередь, я думаю, что как раз-таки Роза Рымбаева, она, как всегда, была вне конкуренции и будет. Я думаю, надеюсь, что я больше пропагандирую себя как концертная исполнительница. Поэтому ежегодно мои концерты проходят в сопровождении больших оркестров, с дирижерами, не только в Казахстане, и в Москве, в Ленинграде, в Белоруссии, на Украине, в соседних государствах. Меня приглашают только потому, что я пою живьем. Я сотрудничаю с их оркестрами. И поэтому я уже известна больше как концертная певица. Ну, не тусовщица, не тойская, не такая коммерческая больше. Можно сказать, это песенная классика. А приходят ли к вам вот сейчас представители молодого поколения исполнителей за советом, скажем? Я думаю, что даже я могу поучиться. Если исполнитель настоящий мастер, я пойду к нему на концерт, я буду присутствовать у него на репетициях и буду у него учиться. И поэтому я думаю, что есть у меня тоже такие молодые исполнители, которые тайком и иногда просто откровенно сидят в зале и слушают мои концерты. Даже вот эти дети, ребята, которые вместе с моими сыновьями выходят на сцену, они на репетициях полностью вот иду, прослушивают мои песни, учатся чему-то. Я думаю, что есть. Я уже 40 лет пою, я преподаю этот предмет актерское мастерство.
Я даю профессиональное образование нашим молодым артистам, поэтому есть чему у меня поучиться. Угу. Скажите, пожалуйста, вот Али Окапов. Да. Вот, это, в принципе, наша уже восходящая звезда. Да. Скажите, пожалуйста, вы можете объективно сказать, хотя, может быть, это и вряд ли, потому что вы в первую очередь мать, объективно сказать, вот в разрезе, если взять и смоделировать ситуацию, как он и как наш весь отечественный шоу-бизнес. Али, прежде всего, профессиональный музыкант. Он пианист с красным дипломом. Он еще учится в нашей академии, факультет эстрады. Он профессиональный музыкант, артист, исполнитель, и в то же время еще сам параллельно пишет свою музыку. Он делает аранжировку. Он по-настоящему образованный, профессиональный артист, который достоин быть на сцене. Он идет в своем направлении, никого не повторяя, никому не подражая, он ищет свой путь. В этом он меня радует, потому что это будет Али, это будет его музыка, это будет его стиль, это будет его направление. И пока я думаю, что первые песни имеют успех, уже он выиграл несколько конкурсов, у него есть свои почитатели, свои поклонники, свои слушатели, которые считают, что он любит. Скажите, быть музыкантом — это тяжело? Это очень тяжело. С 6 лет учатся музыке. Али мой учился 12 лет только в музыкальном колледже. Сейчас дальше продолжает в академии учиться. И еще больше будет учиться после окончания академии. Дальше будет учиться. Учатся всю жизнь музыканты, всю жизнь совершенствуя свое творчество, мастерство. А какие советы вы даете, как мать и как звезда Али? Не уставать никогда, не сдаваться и, конечно, держать свой принцип профессиональный. Всегда выше, лучше, совершеннее, выше мастерство. Угу. Роза Куанышевна, мы все телезрители, мы знаем, какая вы на сцене. Расскажите, пожалуйста, какая вы дома? Самая простая, обыкновенная. Я дома просто отдыхаю. Я дома мама, хозяйка своего дома, мама своих детей. Я не играю дома никакую роль, я даже стараюсь не петь. Я распеваюсь, конечно, я, может быть, что-то репетирую, но из себя дома строить звезду, это получается и дома работать. Зачем мне это надо? Я отдыхаю дома. Я наслаждаюсь своей материнской жизнью. А как часто бывает, что вы просто отдыхаете дома с вашим так гастрольным репертуаром? Ну, гастроли, может быть, не так долговечны, как в советское время мы месяцами гастролировали. Сейчас неделю максимум я могу уехать. Все остальное время я дома. Я преподаю, у меня студенты, у меня творческая жизнь. Это записи, это съемки, это репетиции, это встречи, это дети, это семья. Угу. Роза Куанышевна, и в завершении нашей программы, пожалуйста, ваши пожелания нашим телезрительницам. Дорогие женщины, дорогие наши мамы, бабушки, сестры, мне хочется пожелать в эти весенние дни веры в наше счастье, в наших детей, в наше будущее. И исполнение ваших желаний, здоровья, счастья, всего самого наилучшего. Большое и вам спасибо, Роза Куанышевна, за то, что пришли к нам сегодня в этот праздничный день. И мы еще раз поздравляем вас с этим праздником. Желаю вам всего-всего самого наилучшего. Я думаю, что вы и долгие-долгие годы будете продолжать радовать наших телезрителей, наших слушателей, нас всех казахстанцев. Но я хотел бы напомнить о том, что сегодня в программе «Интервью КИЗ» принял участие народный артист нашей республики, всеми любимая Роза Рымбаева. Всего доброго.